четверг юные патриоты со всей области съехались в Иваново. Ежегодный слет объединил учащихся кадетских классов, активистов военно-патриотических и историко-краеведческих клубов, а также победителей областных конкурсов данной тематики. На этот раз, наряду с награждением лучших педагогов и отличившихся воспитанников, состоялась экспозиция школьных музеев. Подобные слеты уже стали традицией. Эта встреча пятая по счету. Год из года ребята представляют свои наработки на этом слете. Здесь происходит общение, общение клубов, общение различных школ между собой. И я должна отметить, что год из года содержательность и материалов этих экспозиций, год от года, конечно, становятся наиболее содержательными.